Всем привет, ребята! Вы снова на канале Аман Хажоков и я Финчик с Димой Эхо. Да. Мы сегодня будем проходить эту любопытную карту, которую мы сегодня скачали, да? Да. Давай, пошли уже начинать. Это... Мне интересно, блин. Я ждал, пока этот зайдет в Майнкрафт, блин. Я долго хотел. Блин, куда? Воу. Так, что происходит? 3, 2, 1, 0. Что? 0. Я ничего не помню. О, лава. Смотри, лава! Беги, Форест! Бежим! Я сюда лучше. Я тоже. Сегодня мы будем делать челлендж. Кто из нас больше вызовет? Да. У кого будет больше очков, тот и выиграл. Не надо. Все честно. Блин, смотри, это как будто цунами. Где? Я думаю, что... Да-да-да, мы или я выиграю. Да не надо. Почему? Ты зомничаешь. Нет, это... ты не говорил, что можно убивать. Ты не говорил, что не можно убивать. Кажется, мы выиграем. Наверное. У нас много еще будет видео, да? Да. Да. У нас ура! Зашло! А вдруг сейчас у нас будет зомби? Какой зомби? Здесь никогда не точно будет зомби. Здесь же написано, было как карта называется. Испытание. Поняла? Да. Эй, перестань. А, если что, это девочка. Моя сестра. Чё, сестренка, не можешь садись сюда? Не можешь. Собой. Ударь его. Может, я успею ударить? Я еще не понимаю. Пока что у нас 1-1. Называется Алан. Слишком быстрый. И у меня нет оружия. Где он? Вау, я его победил! Какой же я... Нет! Я умер! О, зато мои вещи. Круто, смотрите, это мои награды. Потому что я крутой, а ты собачка. Три вещи. Две вещи у меня крутые. Это мои вещи, а не твои. Я их заработаю, я сражался. Давай сначала посмотрим, что же у нас за уровень. Ага, ага. Мечтай. Ты умрешь первым. Крипер, чё? Я убегаю. Ой, блин, зачем я вышел? Не боится, только если их много, смотри. Какой я лапин. А, ну да, ребята, это моя настроение, если что. А меня и меня зовут. А меня. Помогите мне от жизни. Ах ты мелкая. О, мелкая. Я к тебе сейчас приведу Питера. Будем веселиться. Шевелись, чтобы они не поняли, что я здесь. Готовься бить их. Да я... Идет армия, я убегаю. Оставайся. Ура, какой же я крутой. А где ты? А, 3-3, да? 3-3. Ой, почему я так велюсь? Потому что ты глупенькая. А? А, нет, я же проиграл. А, нет, 3-3 пока что. Так, что же следующим интересно будет? Я так хочу зомби.
Какой зомби, блин? Почему ты любишь повсюду зомби? Ты даже мой сериал создала. Сериал зомби. Или, хотя я придумал. Ладно. Опять мама! Блин! Ха-ха-ха, я здесь прячусь. А я туда пойду. Ха, ну и беги, маленький дом, безопаснее. Блин, нужно к ней. Ай! Ко мне! Ёпель, театр, я сейчас бегу! Сколько у тебя жизни? Два. Вот, видишь, в драках я всегда выигрываю, а не ты. Ну, пожалуйста. А, нет, нет, я горю. Помогите. Они должны умереть. Смеешься? Я буду смешно, когда я тебя убью, мелкая. Стой, 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 не убивай меня. У меня вещи, хочешь, я делюсь? Смотри, что у меня есть. Роза из сушителя. Хочешь розу? Хочешь розу сшить? Я пойду. Быстрее, торопи. О, круто, испытание. Все, закончилось. Блин, мне нужна еда. Есть еда, мелкая? Да. Как? Откуда? Я не знаю. Я убегаю. А ну не иди ко мне, мелкая. Воу-воу-воу, лучше не делись. Да-да-да. Не делись, окей, у меня голод, поняла? Голод, знаешь, что такое? О, опять Вафа, может тебя побить? Или меня выбрать? Сколько там уже мы? 4-4, да? А, да, 4-4. Да, 4-4. Да, 4-4. Ух ты, мелкая, я сейчас тебе ударю. Ладно, 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 я все, я потом проиграю. А ты это будешь сослужила. Мои вещи такие крутые. Смотри, например, звезда. Видишь эту звезду? Это звезда нижнего края. Его трудно получить таким, как ты. Ну, может, ты мне дашь? Нет, я сражался, а ты не сражался. Кину-ка его, буду играть в футбол. Футбол, футбол. Играй, играй, давай. Ах ты, мелкая! О, я проиграла. Ой, ну, я ладно. Тебя вижу, ты... Где? Как ты меня видишь? Потому что тебя видно. Значит, 4-5. А, нет, 4-4, я тебя случайно убила. Ну да. Ладно, ну ладно. Нужно выжить от испытаний, да? От испытаний, да? Да? Эй, что у тебя случилось? Ты что, не нападай на меня? Ладно, дам тебе это порох. Хочешь? Да, да. На порох. Порох. Очень полезный. Да, или ну крипери, я очень возможно, зомби или боссы. Ну, я не знаю, здесь же есть другие быть. Тоже испытания. Тысячу. О, опять лава. А хотя я здесь посижу, в маленьком доме. Пока. Ну, давай, давай. В маленьком доме безопасно. Посмотрим. А может, и небезопасно? Да-да, дальше тисти. Нет, о, нет, это уже не успех, ты мелкая, ты пожалеешь. Ха, видишь, я был прав, моя безопасная. Хотя, как ты будешь видеть? Ха, я выиграл. Смотри, у меня... Я тебя вообще не вижу. Ты, а я тебя вижу, у тебя ник. Ник, видишь мой ник? Ник, видишь? А, да-да-да. Так, блин, как ты пойдешь? Да никак, скоро закончится. Вот так буду танцевать. Фленчик. А может, Так, молчи. Фленчик. Убегает от монстров. Круто, закончилось. Так, 6-6. Не, 5-5. 6-6. Ах ты, мелко. Я тебя ударю. Ладно, это все. Успокойся, ты сама сперва, окей? Смотри, сколько у меня, у тебя только 3. Откуда ты знаешь, что у меня 3? Ты жульничаешь, я тебя побью? Я тебя скину, ты сразу умрешь. Давай, залезай. Залезай, что боишься? Залезай. Не буду. Да нельзя. Ладно, себе круто. Почему сразу мне? Меня даже не... Let's go.
Я сижу в доме. Все! Ах ты мелкая! Мои вещи! Мои вещи! Бедные вещи! Я бы хотел, чтобы ты тоже были... Убей его! Да, в Похоже, у тебя с головой что-то не так. Почему ты на меня смотришь? Смотри, я еще жива. У тебя 6, у меня 6, а у тебя 5. Интересно, почему на меня смотрит? Вася! Вау! Вот черт, это же все! Я нет. Круто! Я это смотрю. Теперь это мои вещи! Теперь это мои вещи! Отдала вещи, быстро! Я тебе дам это. Ну как подать? Ты чё, мелкая, не жульничай со мной. Хорошо. Поняла? Быстро отдала вещи, или я тебя побью. Ну, что этим сейчас? Побью. Звездой побью. А как у тебя звезда? Потому что я победил. Ну всё, всё. О, что это? Крепереч! В дом! Чё ты творишь? У меня сейчас крипер придет. Ага, придет. Тебе... я с тобой! Я спасаюсь! Блин, они на нас смотрят! Что нам делать? Они все Ами. Ами, я уверен. Что нам делать, эй? Если что, мы нам... Ой-ой-ой, она упала, реально! Беги! Беги! Тебя вообще окружают! Беги, сестренка! Я помогу тебе! Как я тебе помогу, если за мной тоже понять? Я иду к тебе! Это знакомый мне звук? Это поборник? Есть! Их победил я! А, ты еще жива? Гони мои... Где мой цветок? Отдавай мой цветок. Отдавай мой цветок. Все, сейчас будет какой-то уровень. Встань. Отдай мой цветок. Ладно, умирай здесь. Я уже пойду. Топ всегда полезен. Знаешь, если придут криперы, я спрячусь где-то. Криперы, да? Пока ты уже не успеешь. Я успею, не переживай. Нет. Ты убить меня? Чё ты говоришь про меня, мелкая? А ну иди сюда! Чего я вообще? Упс, тебе капут. Я наверху, я тебя прибью. Вот теперь у меня больше вещей. Ну зато у тебя ещё... 7-7? Нет. У меня 6, а у тебя 5 ещё. Нет, уже 7-7, если не знаешь. Я тоже выиграл. Значит, 7-7. Все пока что по-ровному. Ага, 7-7. Готовься. Восьмой раунд. Восьмой раунд. Ты точно умрешь. Нет. Теперь у меня 2 звезды. Может, их поджечь? Нет. Ну, пожалуйста, поделись. Ну, я не знаю, как вообще. Ладно, попробуй как-нибудь поделить. А, вот я уже вернулась. А где ты? Ты на этом доме, я тебе. Ладно, на, бери свои тупые звезды и уходи и от меня. Все, что у меня было. Ладно, на, бери, уйди от меня. На, уйди от где? Меня. Вот я уже кинул цветок. Где? Цветок кинул, ты че тупая? Я не вижу. А, все, я взяла. Я убегаю. Я без понятия. Эй, почему ты взяла мой скин? Могла девчачьи взять? Что сейчас будет? Смотрите, что, ребята, смотрите, что здесь написано. Блин, спасаемся от попорника. Эми, я тебя не вижу. Ты где? Сюда, ко мне, тупая, ты мелкая. Тебя же убьют. О, Эми, убивают. О, меня убили. Тебя убили. Ну все, я все. Вау. Тебе тоже капут. Нет, я, мне не капут, я быстрее этого идиота. Я... Повернись, отвали. Я играл. Замолчи, я играл в Спайдермена. Я знаю, как... У тебя догоняет. Отстань, я играл в Спайдермена. Вы знаете, кто такой Спайдермен. И здесь могу убегать. Я лучше, лучше
меньше играл с Андерменом, чем ты. Я 2 месяца. Нет! Нет! Все, ты Лин, этот парень друг! Лин, этот парень быстрее, чем с Андерменом. Ну ничего, все, почти все, закончился. Фух. Как ты много! Теперь эти звезды мне, а не тебе. Я их сослужила. Ну ладно, забирай свои тупые звезды и свой тупой цветок. На, бери, отстань. Ты не заслужила цветок. Вот, бери, отвали. Что интересно сейчас? Любопытно, умрешь ты или не умрешь? Вот а это уже 9-й раунд? Да. Я же говорил? Так, ну ладно. Проиграй. О, смотрите, ребята, у меня зарядки 8 осталось. Блин, нужно как-то этого идиота. Нужно к тебе идти. Ну, извините. Как этого идиота? Отдай тогда мне вещи. Где мои вещи? Так. Ты где? Я думала, что... Стоять! Какой зомби! О, я летаю! Сейчас мы умрем! Кроме меня, я знаю, как ты можешь спастись. Ха-ха-ха-ха. Есть! Блин. Блин. Похоже, кто-то умрет. И ты. Нет, я не умру. Нет, есть. Я проиграла. Ой, я тебя вижу, привет. -1. 10-й раунд я проиграла. Я тебя тоже вижу. 10-й раунд я сегодня выиграла. Ну все, ты тоже труп. Уже ты тоже мечта мелкая. Вот. Ах ты, почему ты... Вау, я летаю опять, как птица. Ой, не птица я. Да как ты? Уйди отсюда, мелкая. Да блин, хватит меня бить, у меня уже мало жизни. Вау. Мы опять летаем. Нет. Я себя выжил. Да опять. Нет, я уже не смогу. Нет, 11-й раунд, не надо, я же, ну, хочу выиграть. Да! Да так нечестно, ты мелкая. Я тебя убью. Я ты труп. Ах ты мелкая, я тебя прибью на куски. Ребят, ты какая же она мелкая. Ну и ладно, я тебя вижу. Зато я не умру от испытания, слышишь меня? Что это? Криперы. Эй, сзади тебя крипер. Умерла одна сестренка, ее зовут Лидия. От какой-то такой штуки. Ребята, вы видели, как она умерла? Я не слышала крики. Нубик. Просто 11 был или 9. Нубик, говорю тебе. Ну блин, ты почувствуешь. А как это называется? Ты умерла. Вау, за
вообще твои вещи? Потерял все свои вещи. Ну ты умер, Мирон. А смотри, как нужно паркур делать. Хоп. Хоп. Я вообще не умею. Хоп. Ау. Как жестоко. Лава! И умрет он. 12-й раунд. Твой смертельный. А нет, нельзя зайти. Вон. Вон. Я не буду повторять. Еще раз. Хватит мешать мне, как Дима ехать. Димон, Дим. О, я придумал тебе. О, я тебе придумал песню. Димон, Димон, еха. Еха, Димон, еха. Молчит меня. Димон, еха и Димон. Победа за мной, меня. И кто еще со мной был? Я и Эмили. О, и... кстати, давайте еще раз. И все. А, почему? Ладно, еще раунд еще. Давай. Мы испытания хотим, а не какие-то тупые драки. И почему ты держишь руки как зомби? Тупая ты наша. Смешно. Будешь в моем сериале сниматься, Софи? Еще раз ударить тебя? Собачка? Давай ударить тебя. Что это? Крекеры, беги! Сейчас посмотрим, как ты снова умрешь от крекера. Эй, крипер, ну почему меня подряд? Погиб от крипера. Повторяй, доктор говорит.